А теперь о том, что еще интересного произошло в стране и в Ненецком округе в рубрике «Новости короткой строкой». В Ненецком округе пройдет электронный аукцион на строительство участка автомобильной дороги на Ринмар-Тельвиском до съезда к тепличному комбинату «Солнышко». Построить данный участок дороги победителю аукциона необходимо до 30 сентября текущего года. В Наринмаре еще один дом признан аварийным и подлежащим сносу. Выселение граждан, проживающих в доме номер 22 по улице Октябрьской, должно быть осуществлено до 31 декабря 2020 года. В Ненецком округе началась выдача разрешений на весеннюю охоту. Для охоты на пернатую дичь определены три участка – западный, центральный и восточный. Раньше всех охота начнется на западном участке с 9 мая. 21 мая в Ненецком округе пройдет Всероссийский день посадки леса. Для участия в акции планируется привлечь в качестве добровольцев государственных и муниципальных служащих, работников учреждений и организаций, студентов и школьников. Государственные услуги службы занятости населения для жителей Наринмара и поселка Искателей теперь оказывает не МФЦ, а непосредственно Центр занятости. Изменения нацелены на улучшение качества предоставления государственных услуг службы занятости населения. Лучшие молодой автомеханик и парикмахер Ненецкого округа станут кандидатами на премию президента России. Претендентов на премию выявят в ходе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».